Вот, кстати, да. Республика Такие убогие фейерверки, интересно. Такие убогие они. Что такое? А два фейерверка всего, и они белые текстуры, знаешь, такой, типа, как дыма. Вот. 153 на АФК без эскейп проверить. Ну что, вы там дописали? Я хоть писала что-то? Да. Давай. Спрашивай про призовые, типа, эти... Я сейчас скажу, типа, откуда были взяты деньги, что-то надо... Смотри. Где деньги с ВАД? Где деньги с ВАД, Даня? Начинается. 0 из 5, напомнить? Какие деньги? Какой... Где работай? 0 из 0, а не 0 из 5. Где мои 10 миллионов, которые я снял на твое спасение? Блин, знал бы, лучше бы они тебя с вертолета сбросили. Как тот чувак из военных в чат написал. Выгоню. Роуз последний за 66-м. Он. Ну конечно, уже 10 миллионов у Свата забрали. Деньги, я спорим, она, короче, забрала у Свата 10 миллионов, короче, еще со стеками их поделила. 50-50. Пошла себе там, не знаю, какой-то аксессуарчик купила, блин, радость какой. Где мои 40%? А слушай, можно также реально проворачивать, короче, со Свата снимать, как с каждой фракции, потом делить между собой. Смотрите, подождите, сейчас будет интервью, оно закончится, а Олимпиада сегодня будет или нет? Да. Первый этап, ну самый первый, типа, а послезавтра мы уже проведем в районе 2-3. И послезавтра проведем в районе 2-3, и на этом мы закончим Олимпиаду, я дам еще одно интервью по закрытию, типа, и так далее. Значит, интервью проводить. Никита очень доволен своей работой. У меня план, давай 5-го проведем, у меня 4-го конец срока. Справедливо. Ну нет, я не хочу туда ехать, мне через 10 минут собеска. Чес, это черный список. Ну да. Да, на КПП, ВМФ, черный список, все, можно было не ехать. Кстати, на медали, да? Золото, серебро в конце. Может, типа рулетки? Золотые, бро. О, кстати, классно. Подождите, рулетки, я участвую. Давай 10 голубых. Не то, что только рулетки не за каждый, а вот уже именно последний, третий день Олимпиады, и там, типа, подвести итоги. Пиши, что хочешь. А сколько я, кстати, занял на 30? А сколько? На 14? 44 я закончил. Ой, 44. 34 закончил. Ты напишу, сколько в общем будет победителей? Аня знаю. Вообще молчит, она просто... Это декорация, забей. Я вчера посчитал победителя больницы, СФ, потом кто-то. А, кстати, еще. Ты дописал уже? Да. Мак, мы преступники с тобой. Я сейчас тех повыгоняю, всех не бесит уже. Это волшебные команды найдут. Слышишь, Никита, ты вызывай СВАТ. Мы сейчас, короче, приедем, просто их завяжем, генералов, и это... А, это генерал? Я думаю, кто это там базарит? Так я там еще стою, Крис. Я понял, я думаю, что вы там базарите? Я уже экспелл прописал, но я же что-то не могу выгнать. Смотри, это генерал. Все, Марк, я говорю, Джессика Нрэй — это помойка. Ты еще какая-то мрень. Да еле звонить. И ФБР, и чё, и где тут ЧС у тебя на КПП? Черный список? Черный список? Где вот я приезжаю, и тут печенька стоит, а рабит сама себя. Подожди, черный список — это песня такая вроде есть. Дань, ты допишешь или я, что типа за каждый вид спорта, за каждое... Да. Подерутся тут еще. Не, реально, а где ЧС? Я, блин, призыв отменил. Так, никогда не собираемся. Мы все решаем интеллигентно и по-простому. Обычно я... Пустой выговор?
поэтому... вот тут стоял какой-то бомж в маске, его просто толпой печеньки твои зажали, это для них ЧС. Нет. А, идите уже с такими ЧС просто. Так, а в департамент-то зачем было писать? Так я не знаю, зачем это в департамент надо было писать. Я что ли писал? Мне сказали приехать отреагировать, я отреагировал. Да они вот друг друга сейчас поубивают, я улетаю. Что будем делать с этим? С вот этим человеком? Чё, с моим поехали. Не-не, с Орландо де Фабрис. А кто это вообще? Не знаю, он там предстал. Ты чё, ещё кто-то будет что-то писать? Да, а, да. Аня пишет, я забыл, это было. Не только я пишу, не надо. Нацгвардия, запускай. Пацаны, сват и там ПД, влетите просто в этот, влетите просто в РС, во всем ВПР, пусть всех этих бомжей поводить. Ребят, я сейчас начну писать указ об агитации, что раз в 30 минут, вы доели мне. О чем? Что? Что раз в 30 минут? Можете кидать свои заявы эти. А можно так спамить? Да. Блин, вот ты все испортил, понимаешь? Ты должен был писать передо мной. Я это понял. Я подожди, что нахер сделать в департаменте, не понял. Сейчас ФБР пишет, по идее, сейчас я должен покинуть. А потом ты. Типа, знаешь, это кидаешь в Д, пока да, а потом где-то хоп промелькнуло, продам гараж. Блин, в департамент. Куплю рулетки, открытки. Подробная информация на официальном портале. Куплю нарко. А. Зафулю, кто это сказал? Зафульте мне. Давай. Да, ты пишешь или я? Кстати, блин. Уже я начала писать. Запишите обе. Мак, у тебя, короче, вчера ночью было нападение. Твоя пятерка, шестерка, я не знаю, кто он по должности, по званию. Короче, просто там были материалы в машине, он взял, короче, все нам загрузил. Вышли все ингредиенты. Я такой, знаешь, типа, куда остальное? О, еще прыжки с парашютом можно. Он такой, точно. Дань, смотри, заплыв, бег, стрельба, вон была машина. О, стрельба, ой, зря. Стрельба, да. Сейчас где-то тащеры подключатся. Если будут админы, то это велогонку можно. Ну да, велогонка. Прыжки с парашютом даже можно. Но это хотя сложно организовать. Хотя вертолеты ж есть. Что, какие еще вопросы давайте не спутничаем? А че прыжки с парашютом? Можно же через этот. Подожди. Ты да, спамишься соло? Какой вопрос? К сожалению, думаю. У меня голова кипит. Смотри, что делает пацан. Тоже 9 часов отыграл. Сколько будет приз за первое, второе, третье?